День открытых дверей – очень важное мероприятие перед поступлением в школу, гимназию, лицей или университет. В этот день можно узнать об особенностях поступления, об изменениях и о преимуществах учебного заведения. 29 апреля у абитуриентов лицея имени Лобачевского КФУ была такая возможность. Тем более, вступительные экзамены в лицее уже скоро, и подготовка должна быть не только практической, но и моральной. В лицее создана уникальная возможность для того, чтобы дети действительно развивались во всех смыслах и во всех направлениях, не только знаниевый подход, но и общеразвивающий. Наши ребята осваивают профессии, уже будучи лицеистами. По словам директора лицея Елены Скобельциной, в этом году конкурс на место увеличился. Сегодня конкурс на одно место составляет 6 человек. Также особенностью поступления в этом году является усиление сложности предмета математика. Все задания по этому предмету будут включать элементы логики. Так же, как и в предыдущие годы, испытания будут проходить в 3 этапа. Основные предметы для поступления – это русский, математика и физика, начиная с 7 класса. С информацией об этапах испытаний и сроками проведения экзаменов можно будет ознакомиться на сайте КФУ. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз.